Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по изображению. Трэго. А мне семечек. А мне... Сегодня в ребятушечке, я думаю, будет удачный день на помойках, потому что я почитал комментарии под прошлым роликом, и все вы очень хотели видеть Ирину. Вот и Ириночка пришла. Здравствуйте. Привет. Привет. Ну что, ты готова на расхищение помоек? Ну тогда садись. Очень многие писали в комментариях и хотели тебя видеть, чтобы да, ты... Всем спасибо большое за комментарии, очень приятно, вот и я как бы. Теперь буду тебя почаще с собой брать на помойки и будем находить, надеюсь, топовые находки и шмотки. Да. Ребят, поэтому ставим лайки. Да, тесновато нам, конечно, тут вдвоем на этом мопеде, ребят. Он очень маленький, это Honda Dio. И мы едем на первую помойку по маршруту. И вот она, кстати, прям тут сразу. Оба, картон выкинули. О, нифига, тут народу ходит. Ну, тебе на растяжку тренировать как будто. Потренируем. Так, а, кстати, твои перчатки по наследству от Дими. Да, мои те самые. Ну, надеюсь, успех будет на нашей стороне, потому что помоечка любит свежую плоть. Да, да. А баки-то пустые. Но главное, ребят, чтобы душа пустой не была. Самое главное, чтобы душа была оригинальная. Ребят, так устал уже по помойкам с Ириной ездить вот это вот. Мне стыдно постоянно. В общем, еду домой, чтобы играть мою любимую компьютерную игру, которая называется Радмир РП. Но по пути залутаю еще одну мусорную баку. Поживиться будет, чем помоечка вроде сытная, ребятки. Ты чувствуешь, что ты найдешь айфон? А вдруг у тебя... Ободок для унитаза. Даже не говне. О, сумочка. А что за бренды? Nine West. Как Kanye West. Kanye West? Это Max плюс 100-500. Вообще на помойках голяк, ребят. Вот вообще. И погода так себе. Сейчас вот-вот дождь пойдет. Ира тут он какую-то сумку потрепанную нашла. И зеркало. Но это залуп. Короче, поехали домой. Я сейчас буду играть мою любимую игру на компе. Это Радмир РП. Слышала о такой? Ну поехали, сейчас покажу. Ой, и не забудь вот эту топовую куртку. Да, обязательно. Вот я забираю. У тебя, кстати, куртка чуть-чуть порвалась. Ой. Ребятушечки, хочу объявить дату сходки на Радмир РП. Уже сегодня, в день выхода этого ролика, в 19:30 по Москве, встречаемся у ТЦ Мега в игре Радмир РП. Буду с вами кататься и отвечать на ваши вопросы. Будем веселиться, развлекаться и, короче, вообще, будет супер круто, залетайте. А кто не знает, что такое Радмир РП? Это игра с открытым миром, и в этой игре ты можешь стать кем угодно. Ты можешь найти себе друга и рассекать с ним на машине, которую ты найдешь на свалке. А потом стать обыкновенным уличным гонщиком или иметь другой авторитет среди окружающих себя людей. Тут ты можешь найти себе невесту или жениха и сыграть свадьбу мечты со всеми своими друзьями. Или же оставить за собой хорошую репутацию как в криминальном мире, так и среди рабочего класса. Ведь на проекте Радмир РП все как в реальной жизни. Вон даже автобус приехал. Стоимость проезда 25 рублей. Сейчас поеду куда-нибудь. А если ты хочешь поиграть именно со мной, то сходу залетай на 11 сервер и не забывай вводить мой промокод Штребух, который даст тебе денежный бонус для легкого старта игры. Ну а если у тебя нет компьютера, в эту игру есть возможность поиграть с телефона. Вбивай в Google Play или Apple Store название Hustle Online и скачивай. Игра очень топовая, ребят, и веселая. И не забывайте, что сегодня будет сходка, где я со всеми вами буду кататься и отвечать на ваши вопросы. Ссылочка будет в описании. Так, а автобус мой уже уехал, блин. Придется сейчас угонять машину. Ну или возьму каршеринг. И кстати, жду вас на 11 сервере, ребят. Ссылка в описании. Стрел лакшери, тут условия. Можно тут чинить. Ир, вот скажи, пожалуйста, мне и зрителям, я думаю, будет интересно, почему ты роешься в помойках вообще? Не хватает острых ощущений, адреналина в жизни. Серьезно? Да. Чувствую инстинкт первобытного охотника, так скажем. А халяву ты любишь? Ну, конечно, бесплатно что-то одежду находить. Мне нравится, да? Топ-шмот находить, интересные всякие. Давай сегодня попытаемся найти тебе топовый лук. Давай. В плане несъедобный лук, все женские шмотки буду Ире отдавать. А тут, кстати, вынос с хаты конкурент разорвал. Ой, тут стикер классный, смотрите. На помоечках находки брать это изи. Изи катка.
поможешь? Да, давай. У тебя маникюр как раз, это угу. Чтоб в помойках рыться, да, пакеты это, драть. В носу ковыряться было удобнее. Сюда его приклейку, а не будь сбоку вот да, сюда. Пиздата, да, давай. А я пойду задирать кормилицу. Я смотрю, тут интересные, вот там коробочка от Apple. Ой, это я ей сейчас подарю, ребят. Ир, а можешь подойти сюда? Смотри туда, повернись. Ух, я! Это тебе. Бабкина волосня. Ну это с лапка. Да, да, это как с могилки. Нравится? Да, очень. Ну все, это тебе от чистого сердца и от чистейшей кормилицы. Конфетки я вижу сразу, прям комбо вообще. Комбо, да, все. Закрепим это кинотеатром. Трюфельные. Они вечные. На всю жизнь я отдарю один раз. Все, больше не буду. А зачем? Так, фоторамочка, кстати. Ну, такая. Можно взять. Ира, бери. Нифига себе, силуэт мужчины с писюнчиком. Хм, это свечка такая. Угу. Смотри. О, ух ты. Окаченный пресс. Как дела? Да, потихоньку. Отлично. У нас он тоже. На той помойке тогда картину нашел хорошую. Выкидываю по одной причине. Люди переезжают. Угу. С собой всего не поволочешь. Ну да. Такое, что не ценное, выкидывают. Ну, менее ценное. Два раза переехать, что один раз погореть. Ха. Эффект тот же. Вина не остается. Начинаешь в шкафах рыться, доставать что-то. Это не носил, то не носил, то не носил. Ну нахрен я его с собой потащу. Опять не носить буду. А это верно, кстати. Все на помойку, все на помойку. Истина. О, Сникерс. Не тормози. Сникерсни. О, ну еще два. О, головка для этой трещотки на 11. Нормально. Нужная вещь. Это бутылка. Бутылка. А вот это что? Ну, это плетка какая-то. Плетка это, блядь, типа, а ну. Ну на. А я проверял, как работает. Ой, это же эти шапки вязаные. Это имба, это стиль. О, ля. Нормально, да, стиль. Да. Ребят, напишите, идет, нет. Приятно? Обалдеть, да. Какой-то пояс. Лечебный пояс «Сибирская зима». Вы что там курите? Делитесь, пожалуйста. Пока нет. Мы ж курки от огурцов вот эти хованули и нас штырит теперь всех. Не просроченный, кстати, еще. Кстати, вот эта тема вообще, дротики. Дротики, да? Дротики, да. Вот сейчас меня будешь-то кидать. Не-не-не, ты что? Смотри, может, и Дарс там. А? Ковыряться в дерьме я вам попутаю. Да, это наша жизнь. Классная ваша жизнь. Вообще разнообразная очень. Вот, а вы знаете, дампстер дайвинг, это да. За границей это в теме. Ну да. Тут тоже. Ребят, ну вы же не за границей. Да тут тоже это чем популярно. О, а зачем работать, если можно бесплатно брать? Вот я нашел роутер. Мне как раз надо. Нормальный роутер Asus. Это смотря как все воспринимать. А на кой хрен вообще? Ну это для компьютера, для интернета. Я знаю, это прошлый век. Кто есть сейчас? Не, сейчас у всех стоит. Я же еще вот этой херней не занимаюсь. На Audi A4 езжу, на полном фарше. Имею двоих детей, 4 квартиры. Это самое. Что тебе еще рассказать про себя? У меня джип в Москве. Да не знаю, я... Каждому свое. А почему конечно. 4, а не 5? Так пятая уже, наверное, подозревает. Подозревает. Что мешает иметь 5 квартир и рыться а в помойке? Ничего, ну вот, ничего не мешает. Не мешает ничего иметь 5 квартир и не рыться по помойкам. Так это же выбор каждого. Вы можете да порыться. Конечно, вам же это вот доставляет. Я вот и спрашиваю, вы больные или... А что вы у них спрашиваете? Они вон не на велосипеде приехали, на стареньком, на одном. О! По себе-то не судите, девушка. А вы тоже по себе не судите. Я тебе сказал, вы считайте. Вас все-таки это привлекает? Да, я обожаю дерьмище. Вот это возьми.
помоечка дарит образование. Лев Толстой, смотри. У меня весь сборник есть. Надо, не надо. У меня теперь тоже. Только я за него не платил. Стивен Кинг, «Зеленая миля». Стивен Кинг, кстати, классный. Мне нравится Кинг. Конечно. А вы читали, девушка? Да, читала. Сомневаюсь. Работаю, квартиру есть. А вы откуда? О, нифига подсветка. Я из помойки. Держи, это топовая подсветка USB-шная. С этим, с RGB-лентой. Прикольно, кстати. На меня наскочила. О, а это вот вставляется. Каждый вечер обрызгиваетесь? Да, у нас антисептик есть с собой. Мы обрабатываем. Антисептик — это хорошо. А от, это, от клопов, там вот этой всякой шняги, вы тоже опрыскиваете? А у нас иммунитет от клопов. Откуда вы здесь? Да, это космическая, знаете, защита. Кому? Потом на Боткина, в Боткина. Врачам рассказывать. Вот это боксик топовый забираем. Ну, посмотрите на это. Кстати, а вот доска для дротиков. Я сказал, ищи, найдешь. Раз дротики есть, и дарт. Рюкзак топ. Вы только свою заразу не разносите, пожалуйста. Да, да. Да, хорошо. От тебя зараза больше поймет. Живешь в Мурино, небось. Не люблю понты вот эти все. А пальцы веером, блядь. Ну, человек подошел самоутвердиться за счет вот таких, как мы. Так у него, он даже не знает ничего. У него просто стереотипное мышление. Пусть мыслит, как хочет. Пусть люди за своей жизнью следят, да? Угу. Вот, что выкидывают. О, вам надо? Не, не надо, у меня стоят свои. Такое вот выкидывают, я в шоке, берем. Может, вам книжек подарить? Не-не-не. Ничего вам не надо? Не надо. Я со своим переездом целый мешок вынес. Так, что у нас тут? Бля, ну в помоечке голяк, ребят, капитальный. Но, кстати, меня это не особо расстраивает, потому что у меня есть еще второй источник дохода, помимо помоек. Ира, послушай внимательно. Да. И, в общем, скажу сразу, ты меня не хейт. И, ребята, не хейтите, пожалуйста, ведь это абсолютно бесплатно. И вы сами можете это проверить. Наверняка вы слышали о хакерской программе, которая предсказывает раунды в игре мины. Так вот, она может предсказывать даже высокие коэффициенты и поднимать на этом кэш. Просто посмотрите вот этот ролик сверху, справа на подсказке. Там оставлю видос, там парень все подробно объясняет. В общем, программа обалденная, дарит мне постоянно прибыль. Ссылку на его видео с этой волшебной программой я оставлю в закрепленном комментарии. Пока есть такая халява, ребят, я зарабатываю. А кто хочет, тоже присоединяйтесь. Ссылка в закрепе. О, шмотки. О, да ладно, монитор. Подержи мопед. Держи его. Ребят, нифига себе, Huawei с блоком питания монитор. Ай, он битый, вот я вижу, битый, да. Сука, вот это грустно, ребят. Нифига с DVI, HDMI, уже современный монитор. Но, блин, битый, это очень грустно, конечно. Блок питания тогда и кабель вот заберу. А монитор этот не продать даже на запчасти. О, кстати, коробки от комплектующих. О, это от него, кстати. Вот эта коробка от этого монитора, ребят. Ну, может, его и получится на запчасти продать, но я очень сомневаюсь. Это какой-то компьютерный сборщик выкинул. Тут пустые коробки от комплектующих прям. Короче, очень грустно, что он битый. Вот так его поставим. Может, кто-то его заберет на запчасти. Я вот это заберу. Блок питания, я думаю, можно продать. Рублей за 500 можно продать. Один Nike. А вот что там по шмоткам? Это ж твоя тематика. Это, да, моя тематика. Сексуальное платье 50 размера. Технику бы найти. Нахуй мне эти тряпки. Радужная, вот это стиль. Радужный топ. Ну, вообще, да, наверное, осуждаю. Ну, тоже поддерживаю. Довольно модненько, на самом деле. Секси, типа, короткий такой. Как? Ну, секси, коротенький. Dry clean называется. А, это, типа, надо стирать. А, так вот откуда Nike выпал. Тут, короче... Тапочки! Тапочки, да, но вот это, посмотри. Кальян! Слушай, так это вообще... Он топовый. Офигеть!
Можно чайхану открывать, реально. Ребят, кальян от бренда Slick. Капец, он пахнет, от него прям пахнет. Ну, он такой, чаша вот такая топовая. Кальян, ребят, ну реально красивый. И в полном комплекте, я так понимаю. Вот трубка тоже под стиль. Короче, вообще топ. А где это насадка на него? А, вот. Концевик вот этот сюда, смотри, накручивается. Полный комплект. Полный комплект, реально. Смотри. Смотри. И все. Можем сегодня забить кальянчика после помоечки. Ну. Табак купим чисто, и все, и чил. Лакшери. Генг. Абурибяурить. И коллаут даже есть. Смотри, коллаут это для углей, вот так сверху одевается. И есть еще щипцы. Для углей. И, кстати, не дешевые. Вообще топ. Короче, калик, ребят, вообще топ. Все, кайф. Такой калик можно продать за 1500 рублей по-любому. Я думаю, это дорогой кальян. Положи его сверху сумки, только аккуратно. Вот, это тебе. Там вообще благодать, я тебе отвечаю. Там флисовое это, на. Сейчас еще подам. Тут, походу, помоечка Иру сегодня оденет все-таки, ребят. Но это прям топ. О, колготочки. Вот это по-любому берем. Вот еще пакет. И еще пакет. Прикинь, тут шматья. Смотри. Все тебе, Ир. Вау. О, тебе подойдет? Да. Серьезно? У тебя какой размер? Минусовый. Серьезно? Да я сюда носки как раз вот эти трусы подложу и будет им бабочка. Еда, тут да, ладно. Здоровье. А что это? Продукт хлебцы. Без глютена. Зеленый с трамадолом, хлебцы с зеленым тренчем. Осуждаю. С топинамбуром. А, осуждаю. Реально. Хлебцы эти осуждаю. И кашка. Ну, блин, я буду до утра все это тут разрывать. Ну, давай перебирай, это твоя тематика. Да, вот такой. О, кстати, да, красиво. Неплохо очень, тебе. Да, вот же очень идет. С кармашками, да, вот как раз кашу. Кашу закидывай. Не, видишь, тут карманы зашиты, надо, короче, распаковать. Разорвать. Я купил платную версию этого халата с доступными функциями. Нормальный зазор, бля. Кальянчик вообще тема. Дары Кубани. Ой, выглядит, как будто оно просрочено надолго. Это без добавления сахара, главное. До 09.24. Чё бы и не полакомиться, как бы. Запомни, сперва в рот набери. Не надо сразу глотать. Хочешь? Нет. Ну, у меня вздутие нет. Живота. Куда мне? Да, нифига, это ты отложила шарфик? Так он вообще я топовый. Он вообще крутой. Я тут хотела уже барахолку устроить. Все по 50. Рублей. А тема? Шо это? Платье Beach House. Да. Оно еще такое приятное. Да, это велюр. Велюр. Помоечка дарит тебе помоечка, бархатный помоечка стиль. Помоечка дарит стиль, да. А ну покажи, ну себе приложи, посмотрим. Ребята, ну как вам? Ну думаю, тебе пойдет реально. Ребят, капец, проехали-то всего лишь парочку помоек. Тыковки красивые. Патиссоны это называется? Нифига себе. Ребят, проехали всего лишь вот буквально штук 5 помоек, 2 сумки находок. И находки такие неплохие, в принципе. И уже складывать некуда. Вообще мопед маленький. Че у тебя? Это мне? Да. Спасибо. Это тоже мне? Да. Блин, это красиво. Это вообще, это обалдеть. Тут что? Крыло тебе надо? О, Арик. Это винтажный Арик, кстати. Прикольная, кстати, курточка. Да. Это Арик? Да, это оригинал. Да? Старый. Да, это старая коллекция. Нифига, она крутая. Тебе не жалко? А ну, примери. Сейчас примерим. Ой, ага. А ну. Это вообще стайл. Да. Ее, знаешь, с белым вот этим отбеливателем да. Постирать как-то аккуратно и вообще нормально. Да и так, а ну, кэшбэк топ. Есть. Капец, карман прикольный вот этот. А молния как? О, UKK замок, это точно Арик. Да? И это старая коллекшн, да. Лёй, бать, это вообще люкс. Стиль, мода, это винтаж. Вообще, ребят, зацените. Я смотри, Steam тут написано. Adidas Team. Ребят, вот такая куртка, возможно, коллекционная, на Авито стоит вот столько. А нам бесплатно.
Так, окей, смотрим дальше. Да, помоечка утепляет, вообще радует. О, тюбички мыльно-рыльного. О, смотри, топик на тебя, спорт. Надо? Блин, тут как будто писюн резиновый должен быть. Вот такие коробочки, вау. Лё. О, латуневый кран. Блин, ну мне его положить некуда. А, кстати, шланги вообще новые, шланги заберу, а кран положить некуда. Капец, ребят, что-то с транспортом надо решать, реально скутер маленький. Не подходит мне вообще для моих целей. Что это такое? Тут какая-то самоделка. Что это может быть, ребят, напишите в комментариях. Смотри, что это, лодка? Не знаю, что это такое. На, изучай. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Да, ну а что? Все пропадает даром. Эксклюзив. Sunlight, ребят. Шкатулочка вот такая. С крылышками. Кошелек. С кэшбэком каким-то. Блин, нету вот тут ничего больше, нет. Ну тут какая-то техника. А, просто блок питания. Техники нету. О, нормально. Да, здорово вообще. Мне на Чикина приехал, тоже не стесняешься. Раю здесь совсем помог. Ой, какая разница, совсем все равно. О, это для ванны, вам не надо? Ага, спасибо. Нифига, уголок новый вот для вентиляции. Прикольно вообще. Ссылка на мой канал будет в описании. Там пальма. Там халахуп. Там пальма. Ой, блядь. Ну, бывает, ладно. Я увидел халахуп. Я просто халахуп увидел на помойке. Да пофиг, пусть валяется. Так, халахупик, сюда. В комплекте. Слушай, и даже эти штучки все на месте, вот эти вот. Тебе надо? Талию заузишь. Надо? Все, берем халахуп. Вообще его продать можно. Ну, это пальма. Это Моргенштерн. Бананчик. О, бананчик хорошенький. В ребятки. Меня флешбэкнуло, как ты это ел лапшу. Ой, вкусно. О, да, бейби, надо сказать. Да, бейби. О, да, бейби. Понял. А где же одежда топовая? Семечки я такие люблю. Семечки, а мини-семечек. А мини-семечки. Пицца уже съели. Канва. О, вот здесь что-то есть. Блин, очень тяжело. Арбузик. Арбузик. Да тут, блин, я не знаю, килограмма 4. Так он свежайший. Ну, так ты не понюхай. Йо, да он вообще спелейший. Ценнейший. О, да. Что же делать, присоесть. Ну, неси туда на бак, давай вскрывать. Ребят, я, кстати, в этом году арбуз еще не ел. Как аппетитно. Ну, шо, кто первый это сделает? Ты. С почином, чтоб тебя было. Ладно, давай. Потом я. Вкусно? Да? Очень спелый. У-у-у, сочно! Вот это укус победителя просто. Да, хорош. Для первого арбуза вообще идеальный, еще и бесплатно. Имба. А я, кстати, тоже не ела арбуз, я только дыни ела. У тебя нос в арбузе. А, вон. Всем приятного аппетита, дорогие подписчички. Все, ты жадничаешь, а мне оставь. Ну, тебе все вот это. Спасибо. Давай, короче, залутаем помойку, а потом его доедим. Да, надеюсь, что? Бомжи его не унесут, пока я мы будем заняты надеюсь, работой. Показать Ирине мастер-класс надо. Еще будет как гиена рвать. Дорогая, нет нихуя здесь. Ни Дольче Габбана, блядь, туфель, ни... Джимми Чу, ни Тифа, ни хуи. Жаль. Так, мне кажется, вот тут что-то будет. Ты как думаешь? Да, да, определенно. Вон всех коробка. О, секс. Да это лоскуты какие-то, кусочки. Можешь кусочки собрать, шить. О, какой-то пакет стоит. Опа.
Да в нем походу да, реально картон чисто. Чисто картон. Так, о, сходу коробочка от планшетика Huawei. Но, кстати, даже USB кабель не оставили. О, вынос с хаты. А что это? О, это на тебя спорт. Лосинчики, Рибок, размер М. Я думаю, на тебя подойдут. Да, подойдут. Спорт Десиген. Сзади, кстати, значок Рибок. О, смотри. Все, прикольно. Dreaming Always. У меня такое есть. Прикольно. Я думала, это Victoria's Secret. Уже бубу раскатала. Я находил не раз, кстати. Да? Да. Часто выкидывают Victoria's Secrets. Вот еще. Ну, это такой обычный. Ну, вот это можно взять. Да. Всякие носки. Носки TikTok. О, фига. Ты сидишь в ТикТоке? Нет. А ты канал на Ютубе создала себе? Да, нет. Нет или да? Нет. Нет? А что, не планируешь? Конечно, планируешь. А, ну ладно. Но если что, типа, потом ребятам расскажем, да, если создашь. Да, окей. Подпишутся обязательно. Хорошо. Так, что? О, нифига. Слушай, тут прям коробки с техникой как будто. Чай с ромашкой. Подожди. Коробка пустая от телефона. Смотри, сколько тут коробок, блин, пустых. Капец. А нафиг мне они тебе не надо. ТВ-приставка. Интерактивное ТВ, весь мир у вас дома. О, а где приставка? Тут только пульт, провода и все. Ну, пульт, кстати, можно продать рублей за 50. А где приставка? О, вот тут, кстати, что-то есть. От Samsung A11 коробка. А что тут есть? Вот еще коробка от наушников Honor Choice. Блин, ну я так губу катанул. Тут будет техника в этом пакете. А тут носки TikTok и залупа на воротник, блядь. О, монитор! Да, он древний квадрат. Его за 500 рублей, дай бог, получится продать. Хотя он с этим, с DVI-ем. Его можно к современной видюхе подключить. Да, BenQ. Блин, ну я, наверное, его даже заберу, если получится. Че, его за 500 рублей как минимум продать можно. А вообще такие по 1000 рублей на Авито продают. Ух, ебать, у меня, короче... Вздутие живота почему-то. И пердеж взрывной. Помидорков еще хавануть, чтоб тут прям жидкого ебануть, да, в бак. Ссылка на мой канал в описании. Оу! Оу! Одежда! О, это штука для мыльно-рыльного. Жидкое мыло туда заливать можно. И сумку забираем. Целая? Работает. Так, одеяло. Обалдеть. Кстати, а мне надо одеяло, если оно нормальное. Не пойму, как будто нормальное, да? Ай-яй, а, оно маленькое, типа односпальное, не, не подходит. Такая, да, с клопами. Вот сумка надо, сумка для находок. Так, тут, короче, кучу круп всяких выкинули. Вынос с кухни вообще набрать, можно поготовить. Тут еще... О, блин, я обожаю вот эти Криспи. Я серьезно. Криспи. Криспи, тут все офигенное, печенье. Сыпятся все. А срок годности? Пора в дурку. 23-е, халат для дурки, да. Так, короче, набираем. Закидывай. Офигеть, ребят, целый пакет всяких батончиков Криспи. Обыкновенное чудо. Да нет, это не обыкновенное, это Милка Орео. Батончики, все бесплатно до 01.07.24. Ну, просрочено на пару месяцев. Ну, ничего страшного, ребят. Что нас не убивает, делает сильнее. А что же тут в баке будет, если тут возле бака уже такая благодать? О, нифига себе. Целый пакет книжек, шлепки. Коробки. А, это такая курточка убитая прям в хлам. С кэшбэком? Не, без кэшбэка. Ребят, тут в пакете, короче, книги. И Ирина. Блять. Смотри, картина. Тут книжки какие-то интересные. Максимальный заряд. Как наполнить энергией профессиональную личную жизнь? Нифига себе. Том Рад. Вау, это книги для саморазвития. Это дзену на шпильках. Что я делала, пока вы рожали? Вау, вот, как к дзену на шпильках. Как создать новую жизнь и дело мечты с нуля. Вау. Класс.
Помоечка дарит образование. Олдон Хаскли. О, дивный новый мир. Ирвин Шоу, ночной портье. Ну вот это неинтересно, я думаю. Диета для ума. Женщины, перед которой невозможно устоять. О, вот это я буду знать, это все. Виктор Пелевин. Айхук 10. Что это значит? Айпхук 10. Про айфон книжка или что? Тоже, наверное, про саморазвитие какое-то. Обалдеть, книжечки. Дарят самообразование. Смотри, какая свеча. И что с ней случилось? Она расплавилась и погнулась. Безумно богатые азиаты. Вау. О, вынос с хаты. А что тут такое? Вообще неприятно в помойке рыться. Очень сильный ветер. Всякие тюбички. Мыльно-рыльное. А техника есть. Блин, чай он в пакетах, а техники нету. О, что это такое? Какие-то фишки, ребят. Чипс, набор фишек. Аренда устройства непонятные. Я не знаю, это какие-то для бизнеса. Какие-то фишки. Да, помоечка покер дарит. О, нижнее белье. Ну, тут и нюхательные трусишки есть. Все есть, ребят. Сумочка мне вот такая пригодится для находок. Забираю. Блин, проебала. Капец, ты тут вообще набрала. Давай закидывай. Я думаю, вот это надо Ментос брать. Рафаэла, оно очень сильно просроченное все. Ну, ты окаркунов, конфетки тоже топ. Я не знаю, куда это все. Я просто сладкое стараюсь поменьше есть. Это вредно. Но оно все просрочено жестко, походу. Вон, смотри. Мерси уже побелел весь. Ядра орехов. Они, во-первых, выплюнь, жестко просрочены. Во-вторых, они воняют. В-третьих, там черви. Где ты видишь червей? Они старые. Нет. Видишь цвет? Он белый должен быть, я а он чуть-чуть... Съела. Ну, короче, понятно. Я понял. Все, здоровья тебе, счастье, ебать. Ребят, сегодня второй день, где я буду рыться в помойках с Ириной. Вот, Ирина ТВ, у нее канал на Ютубе. Всем здравствуйте, с вами расхититель помойки. Привет. Что нашла? Ничего пока? Нет, только ошметки один. Ошметки? Да, вот дошек. Кто-то уже съел. Короче, я думаю, тебе на максимальный мастер-класс проводить, потому что что-то ты особо неопытная. Детская, давай вот так оставим, может, кому надо, заберут. О, а вот это дядя-нядя. Это коврик для мышки. Правда, он почему-то овальный. Слушай, ну прикольный, я забираю. У меня йогурт. Так он порванный. Скринжовник. Он не с кринжовником? Это с другого натекло. А, нет. Так, ладно, я коврик забираю. А, вот. Кстати, классные лосины от бренда Хуй де Найдеш, да? Понял. Так, ладно, посмотрим, что у нас сегодня тут в меню на помоечке. Так, вот квас хлебный есть. Ира еду нашла, а я хочу найти технику. Мне на еду безразлично. Вот смотри, в этом пакете бытовые отходы сразу видно. Зачем его разрывать вообще? Нас интересуют пакеты с выносом с хаты. Там же сквозь пакет сразу видно, там вещи, техника. Вот. А ты бытовые отходы таскаешь, разрываешь, только перчатки пачкаешь. Опа, конкурент тут побывал, отламывал ручки от сковородок, сука. Опа, тут что-то тяжелое. Я вот сразу почувствовал, вы видели, ребят, в руку взял и сразу по весу понял, что тут мыльно-рыльный клондайк. Мыльно-рыльный клондайк. Тюбички, вот маска пилинг активная для лица с фруктами. Вот это вот для чего? У тебя есть целлюлит? Нету? Сахарный скраб для тела. Оно засохшее. Дридругель создает алоэ вера. Все ты знаешь. Откуда ты знаешь? Блин, о, духи! Только бренд непонятный. Elways какой-то. Духи ты любишь пшикаться духами? Да, так на, занюхай, может, это твой аромат. Аромат бабки.
Реально. Сиренью пахнет. Бабушками пахнет. О, Powerbank. Powerbank из Макдональдса. Фирменный. Так, а вот духи еще, смотри. Принцесса Кэнди. Тоже бабушкины. Это, кстати, на барахолке рублей за 300 они отлетят. Ну да, уже бабушкой помоложе. Ну да, это уже как я. Ирина ТВ. А, Ира ТВ. Зачем тебе крем для... А, ну, одну... Откуда ты знаешь, как вам рэп выглядит? Посмотрела в ролике. В каком? Потом очень интересно. Где? В смысле? На одном канале. На каком канале? Нельзя рекламировать другие каналы. Вот присыпка для жопы. Это не это. А для очистки типов кожи всех. Минеральное умывание. Да, для глубокой очистки. Это мне надо. Кстати, Ира, ребят, никогда меня в гости к себе не звала. Мне интересно, как она живет вообще. О, полоски всякие, смотри, для кожи тоже. Это мыльно-рыльные. Будешь краситься краской с помойки? А когда будешь краситься, меня зови, я подсниму хоть. Что там по итогу получится? А я не умею. Научишь? Да, ну, с тобой интереснее в помойке рыться, чем за лутником. Знаешь, почему с тобой интереснее в помойке рыться, чем с залутником? Залутника я ж не могу, я бы ее... А меня можешь? Ну, может быть. В теории, да. В теории все возможно. Абсолютное увлажнение. Надо? Да, для увлажнения надо. Да так какой нахуй надо? Тут его нету нихуя, он пустой. Что ты? Так-то ты мне пустой нахуя даешь? Зубы заговаривает, стоит. Вон, димексид, это трубу выхлопную чистить. Чью? Твою, чью, мою, блядь. Мою, не точнее. На, трусы. Дай сюда, в коробку. Набрала хуйни. Кстати, красивые трусы. Ну, бери, они новые. Продам извращенцам. Ссылка на мой канал в описании. Остатки чайника. Это чайник тебе подогнал, помоечку. А ты чё? Не двигай его. Чайник подогнала Bosch древний. Из подставки провод выдернули. О, тут знаешь что? Вот эти вот жалюзи прикольные. Ну, да. Целые. Я думаю, они целые. Это японские мотивы. Бамбук, типа все. Натуральное. Дерево. Но я это брать не буду, а вообще продать можно было бы. Но потом, ребят, я переехал только в Питер. Потом обживусь уже транспортом побольше для помоек. Чтобы можно было прям вообще... брать все, что можно продать, независимо от габаритов. Сейчас пока тяжело чуть по финансам, потому что это все денег стоит больших. И сразу не все получается. Нифига себе, Меркурий. Это что такое? Вау. Кассовый аппарат Меркурий, я так понимаю, старый. Нифига, прикольная вещь. Это может продать можно. Фискальная память, ЭКЛЗ, литий-ионный аккумулятор. Там еще что-то есть. Мозги от чего-то. Для какой-то техники. Тойота, для машины. И, прикинь, кассеты. Ну, мозги Тойота это точно не надо. Закупорочки, баночки. Это что? Какое-то масло. Вот, грибочки люблю очень. Но с помоечки это опасно брать. Друзья, хочу отблагодарить одного человека, благодаря которому я каждый день зарабатываю по 3-5 тысяч рублей. Он придумал, как взломать онлайн-игру и вытаскивать из нее деньги с помощью бага-программы. Вот появилось, ребята, окошечко, можете кликнуть на него и посмотреть. Пока темка работает, надо пользоваться. Я лично уже поднял где-то 30 тысяч за неделю. Кликай и не упускай такую возможность. Всем удачи, ребята, спасибо за просмотр. Видосик вот.